Мистер полицейский, ну, может не стоит, а может я... Я, может, домой пойду, а? Так, ребята, подождите секундочку. Судя по лайкам, я понял, что вам нравится выживание бомжика в России. Поэтому прямо сейчас давайте-ка запилите свой лайк на эту серию и подпишитесь на мой канал. И сделайте это вот буквально за 3 секундочки. Давайте, устройте, так сказать, себе челлендж. А эту серию я снимал и буду снимать на сервере bitchmc.ru. Вот айпишник, залетайте. Это реально сервер выживания бомжа в России. Да там даже текстурки все эти вам автоматически скачиваются. И самое главное, это полный РП-сервер. Никаких злых донатеров и никаких креативов в принципе. Только хардкорное выживание. Только самые крутые бомжики могут выжить. Пробуйте себя, заходите. Айпишник я оставлю в описании, любая версия. Мы постоянно улучшаем этот сервер для вас, поэтому... Давайте, играйте вместе с нами. Ну, пожалуйста, я так-то не очень хочу, потому что я не рассчитывал как бы на это, да, сегодня. Я вот только переехал, работал, тут ходил, а вы меня хотите посадить. Да, работал. Что? Так, давайте, 100 рублей. 1000 рублей! 1000! У меня нет 1000! У меня есть только... Ща, 4? 6 рублей только есть, а? Хотите, я вам могу все 6 отдать и пару бутылок, и макулатуру еще, а? Да какой вы обезьянник-то, а, мистер полицейский? Ладно, давайте тогда только на денек, пожалуйста. Я не хочу там много сидеть. Да, мистер полицейский, а. А куда смотреть? Давайте уже оформляйте меня, да, как... Ух ты, тут что-то она спит. Дежурная! Дежурная, просыпайтесь. Слушайтесь мистера полицейского, он очень жесткий. Да, лист, какой лист, мистер полицейский? Это что, расписка? Я что, буду сам писать? Сам буду подписывать то, что я сижу в тюряге? Мистер полицейский, да это наглость! Наглость! Ой, мистер полицейский. Ух ты, давайте, показывайте, сажусь. Ну, сажусь, сел, вот, давайте. А, что там? Блин, мистер полицейский, а знаете что? 20 суток! Мы вообще-то на 15 договаривались. Эй, мистер полицейский, я отказываюсь подписывать, я не буду. Какие 25? Не-не-не-не, пожалуйста. Я отказываюсь сидеть, значит так. Я сейчас пойду к дежурной, дежурная. А что это у вас там за спиной? Да-да-да, у вас там за спиной. Чё это вы оглядываетесь? Ого, мистер полицейский! Все, я понял, сейчас подпишу. Все, подписал. На, держи. 20 так 20. Без проблем. Ага, спасибо. А куда проходить? Сюда, что ли? Да там бомжара какой-то, нет! Можно мне в другую камеру, пожалуйста, а? Да, мистер полицейский! Блин, договаривались на 15! Здорово, полицейский! Ого! О, здорово, а ты кто такой? Я новенький, бомжара, ты чё там спишь, что ли? Сам ты бомжара, я вообще-то уважаемый человек здесь! Да я понимаю, что ты уважаемый, а тебя воняет точно так же, как от меня. О, вон же душ. Нет, я похлеще. Иди вон, помойся, блин, бомжара. Слушай, так, я хотел спросить, слушай, по-моему, я тебя видел, а, в прошлый раз. Я бутылки собирал и видел тебя, и ты сгасился еще от меня. Ты куда бежал? Конечно, меня все тут знают, конечно, я тут вообще, меня все видели. Да? Ты звезда, что ли? Я звезда еще какая! Млечного пути! Слушай, а прикинь, тебя зачем сюда посадили-то? Да бутылки собирал, прикинь, меня Тёмчик этот сдал, который этот на центре крышует, да? Ну тот еще сдавал, а он меня тоже сдал. Реально, что ли? Слушай, может отомстим ему как-нибудь, а? Не, ну конечно можно, но как? Да я не знаю, ну прикинь, сдавало какой. Он меня сначала обманул на один рубас, прикинь, на целый рубас. Хочешь жрать? Да, конечно хочу, блин. Смотри, учись. Эй, начальник, батон сюда неси! Нифига ты дерзкий. Начальник! Начальник, здорово, ну, давай батон неси сюда ему. У меня нормально получается. Да-да-да. Ты че его бьешь, слышишь? Ты, начальник, ты че себе позволишь? Ты, ладно, понял. Все, это самое. Тихо-тихо-тихо. Так, тихо-тихо-тихо. Батон дай, пожалуйста. На тебе за это 2 рубля. Ого, ты нифига, ты какой жирюга, а! Тихо-тихо-тихо, я сейчас мне кажется, он украл твой... А, нет, не украл, смотри-ка, чё. Ого! Смотри, у нас батон есть! Это чё за сервис? Ты куда пошел то начальник? А запить чем?
100 рублей, да ты начальник, вообще дурак, что ли? Начальник, начальник, у меня есть 5,5 рублей вообще-то, я там можно пошикуем. Ты чё меня... Ладно, понял, всё, сухую попьём, поедим. А запьём водичкой здесь нормально. Блин, ну ты бомжар, а какой ты дерзкий. Да ты, слушай, крыша бомжей, по-моему, а здесь? Какой ты гонишь? Конечно, тут меня все знают, так что там это... Сначала обращайся, но... Бабками раскидываешься, смотри-ка чё, слушай. Так, он ушёл, он ушёл. Смотри, чё у меня есть. Так, это, чё, он ушёл, да? Блин. Начальник, уйди, пожалуйста, не мешай нашей интимной обстановке, пожалуйста. Реально, начальник. Ну ты, а стой, а тебя как зовут-то вообще? А тебе принципиально? Смотри, что у меня есть. Ого, кефир! Нифига себе! Так, Ваша! Сейчас, сейчас, можно. Что-то она забродила, по-моему, да? А, так это же брашка. А ты чё, сколько ее здесь держишь? Блин, ну-ка, от меня перегаром пахнет. Блин, нафиг, ты чё на меня не дыши так больше? Ой. Начальник, что тебе надо тоже? Чё такое, начальник? Кого тебе отдать? Кого отдать тебе? Кого? Какую ядерную, ты чё? А, кефир, что ли? На, забирай, всё, больше мы тебе ничего не нужны. Сам ты нарекоша, ну-ка иди отсюда, блин, я тебя уже до, да, до свидания, начальник. Слушай, а давай придумаем друг другу кликухи. Ты будешь Сифон, а я буду Борода. Как тебе? Я буду Сифон, сейчас на Сифоне у Серега! Да тихо, ты чё? Дурак, что ли? Ты чё? Слушай, я хотел спросить, а ты тут частенько сидишь-то? Может, ты знаешь, как сбежать отсюда можно? Как бы, да, я здесь частенько сижу, слушай, я вообще прошлым летом вообще 3 месяца сидел здесь. Ты дурак, что ли, зачем? Так в смысле, зачем? Лето, там налоги повышаются, сейчас за коммуналку платить не надо, ты шаришь, нет? Какой ты дурак, слушай, так ты раз сбегал, ты сбегал? Конечно, сбегал, я столько раз отсюда сбегал, да. Так все, погнали тогда отсюда, только потихо, а? Нет, ты чё с ума зашёл, ты чё меня сейчас подставлять собираешься, что ли? В смысле, а чё такого-то? Давай тогда так, давай я сбегу, а ты здесь сиди. Так ты сбежишь, а посадят меня. Блин, слушай, ну я даже не знаю, что тебе предложить можно. Только не говорить громко, а. Слушай. У меня напильник есть, если чё. Ты дурак, что ли? Ты чё молчал-то? Давай мне его. На, сейчас я тебе отдал его, конечно, ага. Чтоб ты подставил, сбежал. Да мне, я сам, да? Его заберу, ты дурак. Подожди, давай по-мирному все решим. У меня есть классная идея. Слушай, давай сделаем с тобой бизнес, а? Поднимемся наверха. О, на ламбе будем бизнес, ездить. Это, да, это... Так, тихо, тихо, у меня мобила звонит. Это, наверное, по бизнес-делам. Алло. У тебя что тут мобила есть? А, это смс-ка пришла, что у меня недостаточно баланса. Да, у меня мобила здесь есть. Нифига себе. Слушай, ну ты вот прям реально, слушай, мы с тобой как... Две половинки. Так, ты слышишь, ты так не говори, лучше да, мы да, с тобой, да, ну, братаны. Да ладно, бомжара, шучу, братан. Все, слушай, пойдем копать, куда, давай уже свалим, я придумал, я расскажу тебе весь бизнес-план наш, давай, пошли. Ну, короче, это, у меня под кроватью здесь есть, вообще-то, вот здесь вот, тайник, туда можно скоммунизиться. Че, реально, что ли? Ты че молчал-то? Давай, убираем потихой. Слушай. Блин, ты че меня подставляешь? Тихо. Нифига себе. Да мы сейчас нафиг свалим отсюда по беспалеву. Блин, пойдем. Они там камеру скрытую здесь поставили. Давай быстрее валим отсюда. Давай, вообще. вряд ли валим. Куда валить-то? Говорю, стой, бутылки кто-то оставил. Это что, предшественники, что ли? Это нифига. Я оставлял, чтобы не заблудиться. Давай копай быстрее. Куда копать-то? Давай туда копай быстрее, ну! Чё, там понял, да понял, копаю. Давай. Здравствуйте, милые люди. Здравствуйте. Ну, не совсем они милые так-то. Какую мобилку? Какую? А у нас нет мобил, мы вообще без мобил, вообще. Мы вообще без всего, вообще у нас ничего нет. Да какие мобилки, отстаньте! Чё вы пристали-то к нам? Мы бомжи, вы не видите, что ли, у нас... На тебе бутылку в лоб, побежали скорее! Ты что, дурак, что ли? Нифига ты зарядил ему! Давай! Давай, бежим! Блин, слушай, они гонятся за нами! Там сейчас, кажись, мент их настигнет! Давай, за угол, бомжара! Сюда! Я не знаю, куда бежать! Давай! Я тебе сейчас покажу! Дай мне вперед вырваться! Сюда! Сюда! За мной беги! Давай, беги!
Блин, ты так далеко живешь, что у меня печень уже сейчас пускай выскочит. Черт возьми, давай. Сейчас свалим. Давай домой в подвал ко мне. У меня есть хата, все в порядке будет, чувак. Есть хата, она пока большая. Да. Давай, залетай, все, добежали. Так, давай. Спускайся, быстрее, вот здесь, давай. Блин, капец, я боюсь, что меня прис... Все, кажись, оторвались, да, я посмотрю, не бегут ли они за нами. Только без палева, ну. Слушай, кажись, оторвались, а? Нормально. Полицейский, слышишь разговоры, там, походу, полицейские, двух гопников, они призанули. Да, я же говорю, они их сейчас просто настигнут, полиция этих гопарей, а вот так, по делам, нефиг мобилки отжимать. О, да. Слушай, чувак, нам нужно с тобой разрабатывать бизнес-план. У меня есть одна офигительная идея. Ты готов, Сифон? Конечно, готов, барана! Тогда слушай.